Всем доброго времени. Я сегодня хочу оставить свой видеоотзыв о работе прекрасного психотерапевта Александра Гицко. Я обратилась к ней со своей проблемой, и в ходе терапии ей была проведена очень великолепная, теплая и мягкая сессия. Ребята, я не устаю удивляться реально этому методу. Методу, с которым работают эти люди, с которым работает этот человек, насколько качественно, бережно и эффективно вычищаются старые программы, которые мешали идти вперед, которые мешали порой даже думать о своих целях, о своих задачах, которые реально не дают покоя. И, казалось бы, эти 2 часа, которые проведенные были в пространстве этой женщины, делают свое дело. Ты становишься эмоциональнее, стабильнее. Появляются веры в себя. Появляются какие-то силы. А вследствие этого решаются те задачи, которые ты ставишь. И как-то все эти тревоги, все эти вопросы, все эти боли, они просто уходят на задний план. Они не так задевают, они не так живут, они уже не живут с тобой. И ты позволяешь себе многое. Позволяешь многое в отношении себя, в отношении своей жизни. Поэтому я благодарю за этот опыт. Я благодарю за эти знания. Я благодарю за внимание, которое Александра сделала в сессии. И благодарю за эти инструменты. Спасибо вам огромное. Пусть все складывается во благо. Хороших вам клиентов, здоровья и удачи. Спасибо огромное. И то великолепное состояние, ощущение, которое испытываешь, когда появляются силы и веры в себя, оно ни с чем не сравнимо. Благодарю вас.